Так, здравствуйте, уважаемые участники сегодняшней информационной сессии по программе, посвященной электронной коммерции, а именно называющейся «Увеличение продаж электронной коммерции». Радом вас приветствовать в ПИК Бишкек. ПИК Бишкек – это проект, финансируемый правительством Великобритании, проект по развитию инноваций и предпринимательства. И хотелось бы сказать пару слов о ПИК Бишкек. Ну, я буду очень краток. На сегодняшний день мы провели уже 6 программ, подобных вот этой программе, как электронная коммерция. У нас открылся еще один филиал в Аше, который также уже начинает, стартовал вторую программу. Первая программа была «Джаш Ишкер», вторая сейчас «Мигрант Ишкер» на крымском языке. И также мы провели уже за прошедшее время, а именно мы 1,5 года уже действуем на бизнес-сообществе Кыргызстана, более 100 вебинаров провели, участвовали более чем в 8 мероприятиях национального и международного характера. И впервые в истории Кыргызстана было 3 таких мероприятия. Это в прошлом году международный чемпионат по предпринимательству, глобальной сети предпринимательства. Там 2 наши компании в Кыргызской республике вышли в мировой финал, в топ-100. Одна из них даже в топ-25 попала. Чуть-чуть не дотянули. Да? Там призовой фонд, инвестиционный фонд, почти $1 млн. И первые, кто получает первое место, $500 000, получает как грантовые инвестиции. И также удалось собрать впервые в Бишкеке, ну, при усилии партнера, 7, скажем так, да, миллионеров на просторах СНГ, которые рассказали о своем личном опыте, как они развивали свой бизнес. И исходя из того, что рассказали они, действительно, бизнес можно поднять и масштабировать с небольшой маленькой идеей. Да, и мы в этом еще раз убедились, участвуя в организации этого мероприятия. И также мы в этом году, в 2021 году, сейчас вот объявили около месяца назад, наверное, объявляли национальный отборочный финал международного чемпионата по предпринимательству. Остаются считанные часы, буквально вот сегодня до вечера, да, до 6, до 00, буквально до ночи. У вас еще есть время подать заявку, если вы стартап, если вы владеете английским языком и готовы защитить, ну, информацию о своем стартапе, да, защитить свой продукт или услугу на английском языке, вам надо вот обязательно зайти к нам на сайт, найти объявление о международном чемпионате по предпринимательству. Кстати, вчера также в «Кактус» выходила статья. И подать. Сегодня вот остались считанные часы, сегодня последние сутки дедлайна. Обязательно подавайте, потому что, ну, если вы выиграете, вы притянете еще $500 000, да, в страну, себе лично в инвестиции, гранты. Соответственно, у вас будут очень большие возможности для развития вашего стартапа. Также есть возможность, участвуя в таком мероприятии, наладить контакты с предпринимателями 160 стран мира. В целом, вот такую активность мы проводим. Мы, ПИК Бишкек, это как бизнес-акселератор, как место, где выстраиваются мостики между бизнесменами из различных стран, инвесторами, инвестиционными организациями, донорами. Место, где есть электронная платформа знаний. Наши выпускники получают доступ ко всем нашим программам, ко многим нашему внутреннему контенту международного класса. И у нас также сформируется сообщество менторов из действующих бизнесменов и консультантов, которые помогут, дадут советы, как масштабировать бизнес, как его развить. Сейчас вот после проведения опроса, изучения чаяний и требований наших предпринимателей из малого и среднего бизнеса, проведя опрос как раз в свете пандемии, да, которая очень серьезно подкосила многие виды бизнеса в Кыргызстане, но, как ни странно, дала толчок развитию IT-бизнеса, да, то есть электронной коммерции. Рост IT-бизнеса был почти 26% по заявлению Парка высоких технологий и Ассоциации разработчиков программного обеспечения. Также прирост был в фармацевтике до 7%, в торговле до 5%, да, в логистике. А в целом остальные просто рухнули. Да? Вот туристический сектор рухнул на 50%, там гостиницы, рестораны на 90% рухнули. Рухнули, получается, строительный сектор, да, на 80% ниже, меньше заработал, чем в прошлом году. Все остальные сферы бизнеса практически пострадали. Соответственно, чему нас научила пандемия?
Пандемия научила, что возникшие новые технологии, а именно автоматизация, это очень важно. Это то, что позволит бизнесу выжить, экспортировать любую точку мира и уверенно идти, да, уверенно продолжать держать удары судьбы, держать удары глобальных процессов и даже преуспевать. Вот вкратце хотелось сказать о ПИК, о нашей активности, о причинах, которые привели к тому, что мы анонсируем и начинаем эту программу. Кстати, дедлайн воскресенье, да, воскресенье 6 июня дедлайн. Далее более подробно о программе. Я передаю слово Даниару. После того, как Даниар расскажет о программе, мы будем готовы к вашим вопросам и ответам и поговорим о частностях. Ну что ж, Даниар, слово вам. Спасибо, Искендер. Давайте техническую часть еще раз проверим. Слышно меня хорошо, видно хорошо, и слайды тоже, да, вы уже видите у себя на экране. Проверим. Да, да, видно. Отлично. Видно. Отлично. Так. Да, сегодня наша вторая инфосессия. Тема нашей инфосессии влечение, ну, как бы рассказать про нашу акселерацию, которую мы запускаем буквально через две недели. Акселерация у нас называется «Увеличение продаж через электронную коммерцию». Так, ну, давайте начнем, как говорится, с вершины, да? То есть к чему мы стремимся? Какие цели и задачи мы ставим в этой программе? Ну, в первую очередь, наша цель, она конкретная, осязаемая, это помочь нашим участникам этой программы внедрить систему электронной коммерции. И для того, чтобы это сделать, мы максимально будем стараться передать самые практические, самые необходимые, актуальные для нашего региона, для нашей страны знания и инструменты. Да, то есть это тренинговая часть. Мы также будем делать диагностику вашего бизнеса на предмет готовности, да, скажем так, электронной коммерции, что уже сделано, чего не хватает. И исходя из этого, мы, наши, скажем так, консультанты, тренеры, коучи будут вам в рамках этой программы помогать. И также мы должны сформулировать стратегию, да, вашей, скажем, электронной коммерции, потому что, как мы понимаем, электронная коммерция – это достаточно емкое такое сейчас понятие, да, то есть туда входит очень много элементов, и у многих предпринимателей, особенно малых, малый и средний бизнес, зачастую они путают, да, некоторые там понятия, и у них такая, скажем, немножко каша в голове, да, то есть и надо выработать стратегию, поставить цель. И, соответственно, мы поможем составить план действий и реализация непосредственно. Что это значит, я в последующих слайдах расскажу. А теперь о формате и, скажем так, географическом охвате, да, этой программы. Программа, она будет гибридная. Что это значит? Это значит, что у нас большая часть программы, около там, наверное, 90% будет онлайн, то есть через систему Zoom. Вот. Мы будем проводить наши тренинги, индивидуальные консультации, коучинг-сессии. Но также мы постараемся, будет зависеть от ситуации, которая у нас сейчас складывается с пандемией, попытаемся встретиться вживую с участниками. Особенно с теми, кто находится в Бишкеке или поблизости, да, Бишкеку. То есть у нас группа будет составлять около, мы сейчас планируем 20 человек, но, возможно, это будет меньше, около, от 15 до 20, скажем так. И 75% – это Бишкек, 25% – это регионы. То есть охват будет практически по всей стране, но подавляющее большинство будут из Бишкека. Мы планируем начать программу с 21 июня и, соответственно, по 13 августа. Примерное расписание – это понедельник и вторник с 4 до 6 мы будем встречаться, основная часть нашей программы вот в эти дни и в эти часы будет проходить.
Критерии отбора. Что нужно, скажем так, нам от участников, чтобы они попали в список тех лиц, с которыми мы будем уже проводить индивидуальное интервью. Нужно сразу здесь подчеркнуть одну вещь, что эта программа бесплатная, то есть мы не требуем оплаты, но в связи с тем, что желающих обычно на все наши программы достаточно большое количество, мы будем отбирать и отбирать вот по следующим критериям. В первую очередь заявитель – это должен быть микро, малый и средний бизнес, да, зарегистрированный в Кыргызстане. Он должен работать не менее 12 месяцев, то есть действующий бизнес с продажами. Желательно иметь команду из двух человек. И в основном как бы продажи офлайн, да, то есть физические каналы. То есть мы делаем фокус на тех, кто только-только начинает, скажем так, или вообще нет онлайн-продаж, да, у него. То есть с точки зрения электронной коммерции он только вот на стадии, скажем, первого шага. Отрасль, да, то есть из каких секторов бизнес. Таких ограничений у нас как бы нет жестких, но у нас есть, так как мы финансируемся правительством Великобритании, у нас есть определенные, скажем, сектора, которые мы не можем обслуживать. Да? То есть это алкогольные, табачная отрасль, это казино, то есть игорный бизнес, ну и в том числе сельское хозяйство, вот прям на начальном уровне, скажем так, который занимается фермерством. Да? Очень важный момент, каждый заявитель должен четко понимать, что он должен 10 часов в неделю в минимум закладывать на участие в этой программе, потому что программа достаточно интенсивная, и я надеюсь, наши участники, которые попадут в нашу программу, спланируют свое время так, чтобы они действительно могли 10 часов минимум уделять этой программе. Иметь доступ к интернету, понятное дело, потому что у нас большая часть программы будет через онлайн, да, и, соответственно, ноутбук или компьютер. И еще один момент, намерения, цели у участника должны быть четкие и, скажем, серьезные, что в течение 3 месяца он действительно планирует в ближайшее время, да, внедрить систему электронной коммерции, там, в простой форме, сложной форме, неважно, но должна быть как конкретная цель. Ну, прийти и просто так послушать, да, и потом год ходить и думать, нужно это мне или нет, ну, как бы нежелательно. Также заявитель должен быть основателем или соучредителем предприятия. То есть у нас 2 человека могут участвовать от одной компании, но обязательно один из них 100% должен быть учредитель или основатель. Так, предприятие ранее, которое не занималось электронной коммерцией, но это уже было сказано о том, что, да, что как бы на начальном этапе, который находится, нам интересны именно такие заявители. Ну, естественно, хорошее знание офисных, да, программ, в том, что будут задания, и надо их использовать. И программа будет на русском языке, соответственно, владение на хорошем уровне русским языком. Так, следующий слайд. И теперь вот содержание программы, да, то есть какие у нас будут, скажем, блоки, да, тренинговые. Это 8 модулей мы заложили в эту программу, начиная от стратегии, да, электронной коммерции, маркетинг, вот в рамках электронной коммерции, какой он должен быть, да, какие есть платформы, мы будем изучать, ну, в основном, наверное, скорее всего, будем делать акцент на Амазоне и Wildberries, так как наша страна уже была официально включена в список, да, тех стран, которые могут торговать через эти платформы. Естественно, мы будем говорить о цифровой коммуникации, о социальной сети, как использовать. А мы будем говорить о метриках, да, то есть как отслеживать результативность электронной коммерции.
Мы будем также говорить о том, обучать, да, как наиболее эффективно и привлекательно, да, делать фотографии, видео для, допустим, в дальнейшем, чтобы их можно было выложить в платформы, в социальных сетях их использовать, на ваших сайтах и так далее. Неотъемлемая часть есть любой электронной коммерции, это логистика, то есть доставка, да, товаров, соответственно, это тоже будет в рамках нашей программы. Ну и самое главное, да, это платежные платформы, решения, то есть онлайн-платежи, как это нужно организовать, через какие каналы и какие, допустим, у вас будут партнеры в этом плане. Вот в целом это тренинги наши, они где-то будут по 2-3 часа в неделю длиться. Ну, наша программа отличается практичностью, да, то есть мы делаем максимальный акцент на том, чтобы те знания, которые вы получили, самые нужные, они должны быть сразу применены у вас в проекте или в бизнесе. То есть у участников будут коучи персональные, которые с вами в течение всей этой программы будут работать, они вам будут помогать с освоением материала, если у вас какие-то вопросы возникнут относительно программы, относительно целей, тоже они вам будут помогать. Также они будут помогать готовить финальную презентацию, которая является, прошу заметить, еще раз подчеркну, финальная презентация, мы ее еще называем pitch, да? Она обязательна для того, чтобы вы успешно закончили эту программу. Без нее вы, к сожалению, не станете нашим выпускником и не получите сертификат. У нас будут индивидуальные консультации, то есть тренинг будут проводить эксперты в своей области, да, практики. Они также будут индивидуально в дальнейшем, потом, после окончания модуля, с вами работать, да, то есть по индивидуальным вашим уже запросам и каким-то проблемам. У нас будут гостевые спикеры, скорее всего, это те люди, которые уже внедрили и как-то могут поделиться тоже своим каким-то опытом. Ну, естественно, самостоятельная работа, это подразумевает, что у вас будут задания, и задания мы будем максимально стараться сделать такими, которые относятся к вашему конкретному проекту. Да? И вы должны их на еженедельной основе достигать какие-то вехи, да, то есть должен быть какой-то прогресс. Ну и, соответственно, тренинги, о которых я уже говорил. Так, чтобы стать выпускником программы, то есть успешно закончить нашу программу, в первую очередь вовлеченность. Вовлеченность имеется в виду, это вот то, что я вначале говорил, в критериях, да, это вы должны, ну, 10 часов это минимум заложить в течение одной недели для участия в этой программе. Вовлеченность – это участие, посещение тренинговых занятий, коучинговых сессий, практическая реализация, то есть, как я уже говорил об этом, да, то есть вы должны показывать результаты, потому что для нас важны результаты реальные, чтобы вы внедрили элементы или всю систему электронной коммерции, или улучшили какую-то ее часть, или что итогом этого должно стать, ну, естественно, мы все здесь бизнесмены, да, рост продаж и прибыли. То есть вот это для нас самое главное. Ну и, естественно, мы большое внимание уделяем созданию рабочих мест. Это наша такая самая важная цель. Это тоже будет иметь значение. Подготовка домашних заданий, презентация, я об этом уже сказал. Обратная связь, вот этот момент хочу особо коснуться. Мы будем очень плотно контактировать с каждым из участников. Мы будем запрашивать информацию о прогрессе вашего проекта, мы будем запрашивать информацию о ваших продажах, о количестве сотрудников. Будем проводить постоянно после каждого модуля оценку удовлетворенности. То есть такая плотная связь будет с вами, поэтому те, кто как бы не очень любят это или каким-то образом закрыты, соответственно, как бы не хотелось бы этого, да, то есть мы должны коммуницировать постоянно. Ну и, соответственно, открытость, да, то есть готовность раскрывать свою информацию.
она как бы нам нужна не для каких-то целей там личных, да, нам это нужно для отчетности, потому что мы как бы отчитываемся перед нашими донорами, и чтобы мы показали действительно результат, да. Так, после программы вы выпустились, достигли результатов, на этом наша связь с вами не прерывается, мы продолжаем с вами работать, будем как бы на долгосрочной основе, как бы хотим с вами сотрудничать. Соответственно, кульминацией нашей программы станет демо-день. Демо-день – это когда мы пригласим наших партнеров, гостей, среди них могут также инвесторы, и вы должны презентовать, что вы сделали за 2 месяца, да? То есть какой у вас результат. У вас будет после того, как вы успешно закончите программу, доступ к онлайн-контенту. То есть у нас есть своя платформа, где вы можете смотреть, как модули, тренинги, которые вы в рамках нашей программы, вот, электронной коммерции прошли, но и другие программы у нас тоже достаточно большое количество, около более 200 часов онлайн-контенту по разным темам, связанным с развитием бизнеса. И этот контент, он такой местный, да, то есть это в основном связано с нашими как бы реалиями. Но также у нас есть на английском языке, так как эта платформа, она нашим партнерам американской компании Venture Hive предоставлена. Ну и, соответственно, менторская поддержка. У нас есть сеть менторов, она постоянно расширяется. А выпускники, они будут иметь возможность после окончания программы около 3-4 часов в месяц работать с менторами. Это опытные предприниматели. Вкратце это о программе. И если есть вопросы, давайте тогда уже переходим к блоку вопросов и ответов. Можете задавать вопросы, как включив камеру и видео, так и в чат. Но так как у нас сегодня состав такой узкий, я бы сказал, да, можете вживую лучше, вживую пообщаемся. Так. Мелисбек, да, пожалуйста. Саламатсыздар, да? Здравствуйте, я на кыргызском буду продолжать, если разрешите. Мели? Да, конечно. Жакшы нерсе уюштурулуп атыптыр. Мен негизи буну электрондук коммерцияда февраль айында фокус группада катыштым эле. Азыр мазмуну да аябай өзгөрүп кеттир. Анан мен өзүм үчүн сураганым, мен критерийлерге эч туш келбей жатам да. Бирок мен бул тармак аябай кызыгып, бул ишти жаңы баштаганбыз. Мисалы 3 ай болду. Анан буну кандай кылып катышсак болот? Мен азыркы учурда электрондук коммерция кылып атам. Сиз онлайн вебсайтыңыз бар, ошол вебсайт ун сатасы. Ооба, азык түлүк ун сатам негизинен. Ооба. Анын критерийлери туш келбей атам да, бирок мен буну мындай жакшы өздөштүрүүнү каалап аттым эле. Кандай кылсак болот? Ооба, мен эсимде, Мелис байке, сиз катышкансыз биздин баягы фокус группа, ооба. Ооба. Азыр биринчи вариант бул кийинки биздин программаларга сизди чакырсак болот. Анткени биз сентябрь ушу күз айында башында же ортосунда башка IT акселерация программасын пландаштырып жатабыз. Ал жака биз уже IT тармагында бизнес менен алек болгондор ошолор катышса болот. Бул биринчи вариант. А экинчи вариант сиздин заявкаңызды биз ушул программага да карасак болот. Бирок критерийлер сиздердин азыр онлайн, офлайн продажаңар жок, турабы? Только онлайн. Жок, офлайн жок. Мен негизине түздөн түз эле онлайн баштагам. А меники негизи IT эмес, негизи коммерция, онлайн коммерция кирет. Яны ушул аябай туура болмок. Анан критерийдерди аябай жогору коюп туруштар деп мен ойлогонмун да. Бирок сиздин бизнесиңиз уже 12 айдан бери, туурабы? 12 айдан. Жок, 12 ай эмес, мен 3 ай болду мына чейин. 3 ай.
үшеміз қыдың азыр беш ай болып қалыптыр. Мен бұл жаңы жылдан кейін елі бастыға, ұшыл жаңа фокус группасы тағы февралда болған жаңы басам. Ова. Әлемі азыр тақ айта албайым сізге. Бірок сіз заявканы бердіңіз бі? Жоқ, берген жоқтым. Критерия тура келбетті. Ошал бүгін қатысып бір сұрауларыма жауап алып, егер ыңғайлы болса тапсырайын дегем. Мен ойлойм ұшыл, Данияр, мақұл болып болшы керексіңер, заявканы тапсырыңыздар. Бізде сіздермен сөйлешелі. Негізі мұндай да, егер де жарым жылға барып қалса бизнесті, анда қарашуыз мүмкін. Заявканы тапсырып беріңіздер. Қарашуыз керек болды да. Атулар бар да ес, сап жатасын. Атулар ол ба, бұйырса азыздан болып жатат. Жылыш бар. Хорошо, анда сіз заявканы беріңіз, біз қарап шығалы. Тапсыра берсем болады анда, е? Болады, болады. Түсінікті, мақұл, анда мен бүгін ертеңнен тапсырайын. Алтысы берілі, ақыр күні? Алтысы, ова. Түсінікті, мен анда бүгін ертең толықтап тапсырайын. Мен осы үшін қатысқаным, азыр оша бір сұрауларға жауап алып, бола тұран болса қатысып, бола болса жөнінде уақыт кемі қылайын. Мен анда тапсырайын сөз түрді. Жоң, рахмат. Бір ғана сұрау сіздерге, баяғы программа орыс тілде болады да? Кетер, жоқ, не бір проблем емес. Мен өзім қабыл алып неме бар. Жақсы. Анда тапсырыңыздар. Мақұл, жоң, рахмат. Так. Еще вопрос, да, Сролор. Уважаемые участники. Так, Наталья, Талант. Да, приветствую, Талант, по-моему, я знаю Талант. Да, Данияр, здравствуйте, я извиняюсь, у меня здесь просто микрофон плохо работает, я боюсь. Хорошо, хорошо. Есть, да, небольшой вопрос. На самом деле, как бы я в этой теме, в электронной коммерции, сам являюсь коучем, но у нас ассоциация, они меня попросили поучаствовать, потому что там активная заинтересованность есть у членов ассоциации, у самой ассоциации есть проект. Я вот тут думаю, насколько там, где нам нужно, насколько. Это может быть для них полезно. Я вот вопрос не расслышал, Талант, последний. Я как бы сейчас от ассоциации развития агропромышленного комплекса. Я их представляю, они попросили меня принять участие, потому что члены ассоциации и сама ассоциация заинтересована в развитии электронной коммерции, как среди своих членов, то есть помогать им, так и у самой ассоциации есть свой проект. И он такой немножко более, чем просто электронная коммерция, такая больше, наверное, платформа по электронной коммерции для своих участников. И я хотел просто узнать, насколько будет уместно, что ли, нам подавать заявку на участие в вашем проекте. Это будет не конкретно отдельная компания, а, скорее всего, это будет несколько компаний в одном. Я думаю, что вообще проблем нет. Там, если они по критериям попадают, да, то, пожалуйста, подавайте. Потому что там довольно-таки именитые компании, и сама ассоциация тоже заинтересована в создании своей платформы, своей площадки, в смысле электронной коммерции. У вас довольно хорошая программа. Мы могли бы с кем-то из представителей администрации. Давайте так. Все равно как бы без заявки сложно, да? То есть понять. Вы можете подать, мы посмотрим. Может быть, даже интервью отдельное сделаем. Там уже как бы детально можем обсудить, да? Вот. Вы, я так понял, от ассоциации, да, как один из вариантов можете подать. Или члены вашей ассоциации, которые являются предпринимателями, но они же не заняты вот именно в фермерстве, да? То есть тут сельское хозяйство. Там может быть есть те, которые непосредственно в фермерстве, то есть есть компании. Вот сейчас у одной из них, довольно именитая, они начали развивать электронную площадку свою, то есть они создали интернет-магазин, но это
такая, ну, я бы не сказал, что в начальной стадии, так скажем, и у них нету специалиста, который, ну, сопровождал бы это. Они вот как бы на коленках пока еще это делают. Вот я чувствую, что им это будет, кстати, сами от себя даже подать эту заявку, я им обязательно это порекомендую. Окей. По ассоциации здесь торговля, скорее всего, да, услуг или каких-то товаров именно членов ассоциации через платформу электронных ассоциаций. Ну, я думаю, у ассоциации есть, ну, у членов ассоциации есть свои юридические лица, может быть, разные юридические лица, да, например, если подаст крупная ассоциация, в которой там более 100 человек, сотрудников, которая именитая, знаменитая, с большим количеством, ну, с большим оборотом, да, и если она, и, или те организации, которые в сельском хозяйстве, я думаю, что да, и, наверное, эта программа все-таки больше предназначена для тех организаций, которые, ну, соответствуют описанию малого и среднего бизнеса, да, микро-малого и среднего бизнеса. Поэтому если есть члены ассоциации, если у них есть проекты, дочерние компании, которые относятся к малому и среднему бизнесу, то без проблем, без проблем. Проблемы тут не возникнет. Если вы, например, планируете свою торговую площадку создать, то, я думаю, да, полученные на программе знания позволят примерно понимать, как организовать работу для отечественной, да, торговой площадки. Я думаю, что это будет полезно. Было бы супер, на самом деле. Ну, тогда двумя путями я пойду, если позволит. То есть первое – это от ассоциации, а второе – если как-то добраться до формы заявки, честно говоря, я ее не видел, то, что было доступно через ссылку в Google Docs, там буквально 2-3 вопроса. Я только что регистрировался. Название фирмы и еще что-то. То есть там, может, другая есть какая-то ссылочка. Вы ее, пожалуйста, дайте. Я могу ее уже среди членов отправить. Пусть они ее тоже заполнят, кто захотят. Назгуль, закиньте, пожалуйста, да, сейчас прям в чат ссылочку, чтобы прямо сейчас можно было подать заявку. Даниэр, там просят поставить слайд с критериями отбора. Просто поздно присоединились к нашей сессии информационной. Можно будет, да, поставить слайд по критериям отбора у Азимы вопрос? Так, ссылочка на этот... Закинули, да, Назгуль? А вот все, этот коллега моя дала ссылку. Нет, нет, это не то. Этот в чат Zoom. Так. Так, вот видно, тогда. Да? Угу. Вот эта ссылка на новость, да, получается, на сайте. Зайдя на сайт, вы можете там вот увидеть уже саму новость с описанием и ссылку Google. Первая ссылка Google. Спасибо, видно. Спасибо. Угу. Вот спасибо, Талант, тогда вопрос. Ждем тогда заявок, да? Да. Так, кто-то просил критерии, вот я критерии на экран выложил. Да не основные, как бы, но, как я еще раз говорил, нужно еще пройти этап интервью, да, то есть мы сначала рассмотрим ваши заявки. Заявки, кстати говоря, старайтесь максимально полно заполнять, потому что тут не указано, но тоже один из критериев – это полнота, да, заполнения заявки. Если нам непонятно, кто написал эту заявку, для чего, зачем, да, то есть мы можем просто ее отклонить. Даниэль, здесь у нас в чате вопросы, давайте я зачитаю, да? Да, да, давайте. Потому что я когда в какой форме необходимо подтверждать динамику продаж, задает нам вопрос Фидана Алиева. Здравствуйте, Фидана. Да, кстати, вы можете тоже включить микрофон и еще дополнительные вопросы задать. Да. Динамику продаж, ну, для начала, наверное, мы во время интервью будем вас спрашивать, это чисто так во время интервью. И далее продажи, мы еще как бы точно не определились, в какой форме,
да, вы будете это подтверждать. Возможно, будет достаточно во время интервью, если мы поймем, что действительно у вас на самом деле есть продажи, у вас есть там сайт, где вы продаете, или вы там, допустим, можете нам показать прямо во время интервью какие-то таблички, да, какие-то там журналы, которые вы ведете. Этого будет нам достаточно. Следующий вопрос от Натальи. Да, мы понимаем, что малый бизнес у нас как бы с учетом есть проблемы определенные, да, но наверняка у вас есть какие-то свои внутренние, своя внутренняя отчетность по продажам, которую вы нам можете показать во время интервью. Конфиденциальность будет сохраняться, естественно. Мы с вами будем подписывать, как вы станете участником программы, мы проведем интервью, скажем все, поздравляем, мы с вами подпишем такой договор, который, с одной стороны, нас обязывает держать конфиденциальность, с другой стороны, вас обязывает соблюдать требования программы. Да? И в этом случае переживать за сохранность данных не следует. Все будет конфиденциально. Наш интерес именно успех вашего предприятия. Да? Ну, также обычно, как бы, это может быть патент, если вы по патенту работаете. Оплаченный патент – это тоже доказательство того, что как бы вы, ну, у вас действующий бизнес, у вас есть продажи. Нам не важно, как бы, мы не смотрим на объем продаж там, да. Главное, чтобы были продажи, бизнес был действующий, вы на этом должны зарабатывать. Вот основная задача. Нам это нужно понять. А еще один вопрос, да, был? Да, от Натальи Величко. Продажа по WhatsApp относится к электронной коммерции, а по Instagram? Да, кстати говоря, вот это, скажем так, в самой примитивной форме, да, относится все-таки. Потому что идет коммуникация с клиентом через интернет, через мессенджер, да, то есть, и, соответственно, вы там, если даже оплата идет физическая, да, но вы там уже договариваетесь о продаже, да, допустим, товара. То есть, соответственно, это часть, самая маленькая, примитивная часть электронной коммерции. Но я еще раз скажу, в мире пока еще прям универсальное определение, что такое электронная коммерция, еще никто не давал, да? Поэтому в каждой стране она как бы имеет свои особенности. Соответственно, у нас тоже как бы, да, мы только развиваем эту сферу, поэтому продажи через WhatsApp и мессенджеры тоже мы бы отнесли к как бы электронной коммерции. Но, еще раз скажу, это для нас это плюс. Почему? Потому что это как бы не та организация, которая полностью прям поставила электронную коммерцию. Да? Ну, к примеру, я не знаю, пример сейчас тяжело привести, но у которых есть сайт, у которых есть внедрены уже платежные системы, организована логистика, доставка полностью, да, у которых там социальные сети скоординированы, какое-то единое целое, да, и взаимосвязанность с веб-сайтом. Это все уже как бы более-менее продвинутый уровень электронной коммерции. Или там продают они через какие-то платформы уже активно, да, они знают, как работать с платформами. Это как бы уже опытный, скажем, бизнес в электронной коммерции. А то, что вы сказали, это как раз на начальной стадии. Вот такие как раз нам бизнесы интересны. Потому что мы как бы развиваем на ранней стадии. Спасибо. Следующий вопрос от Фиданы. Влияет ли динамика продаж на процесс отбора с учетом всех остальных критериев? Будет. Определенные. Это все зависит от заявок, да, то есть пул заявок, который мы наберем. Если мы наберем достаточно, скажем так, заявок, где при условии остальные критерии равны, да, если другие критерии равны, но динамика продаж, допустим, у многих компаний она такая хорошая, то есть у них рост, да, то есть они получают прибыль, а у некоторых заявок, допустим, динамика продаж идет вниз по какой-то причине, да,
или вообще нет, скажем так, прибыли, да, то есть они в минус работают, то как бы, возможно, тогда нам придется отсеивать их. Понимаете, да? Но я не думаю, что как бы мы наберем прям такую идеальную команду, не команду, а участников с очень хорошей динамикой продаж, поэтому... А можно я уточню? Надо. Я сейчас могу говорить? Вроде не так шумно. Меня слышно? Да, Фидан, это вы, да? Слышно. Да, да, здравствуйте. Я немного уточню свой вопрос. То есть, допустим, если это новый товар или новая услуга на рынке, и, ну, понятно, что объем продаж на начальном этапе, он недостаточно высокий, да, поскольку товар еще новый и не особо известный, если это товар или услуга, неважно. А, ну, и как одна из целей, да, для участников, допустим, для того, чтобы участвовать в этой вашей программе, может быть увеличение объема продаж вот с помощью электронной коммерции, да? То есть вот я в этом плане спрашиваю. То есть если вас интересуют все-таки те, у кого уже достаточно высокий объем продаж, ну тогда мне не совсем понятна цель. То есть наверняка большинство будет участвовать с целью для того, чтобы увеличить объемы продаж с помощью электронной коммерции. Вот поэтому я спрашиваю. Да, Фидана. Я вас понял. Ну, я, наверное, недостаточно точно донес мысль свою. У вас же есть уже продажи, правильно? Да, да. То есть у вас есть какая-то, наверное, линейка товаров, да? То есть, да, да. Что-то вы продаете, какой-то из товаров уже нормальный. Mm-hmm. Какой-то новый товар у вас появился, вы хотите его, допустим, развивать в онлайн-формате, да? Mm-hmm. Или действующий офлайн товар, вы хотите вывести его на онлайн. Но, видите, нам важно просто продажи, есть они у вас или нет. Вот, скажем, все понятно. Сам простой, факт. Да. Угу. Да. А то, что вы говорите, да, мы действительно хотим помогать именно увеличивать динамику продаж. Угу, угу. Потому что, вот, допустим, в моем случае есть товар, который осязаемый, да, но вот ввиду как раз-таки ковида и всего остального, что происходит в мире, и учитывая, что этот товар набирает популярность в других странах, но его хотят вот покупать в электронном формате, скажем так, да? То есть это какой-то материал, скажем так, набор, материал. И вот если, допустим, из осязаемого делать что-то в электронной форме, формате, да, и выходить... Ну, в принципе, уже он есть на международном рынке, просто он еще недостаточно известен, да? Вот поэтому мне вот с этой целью интересно. Спасибо. Ну, вы подходите, я думаю. Можете подавать заявку. Спасибо. Ну, по крайней мере, по динамике продаж. Я поняла. То есть у вас есть продажи, да, это плюс. Угу. Спасибо. Так, коллеги, тогда, я думаю, вопросов уже нет, да? Если нет, то можем, в принципе, закругляться. Так, следует еще, наверное, упомянуть вот к вопросу, да, Фидана, еще то, что это будет ну, такой уровень для тех, кто планирует давно автоматизироваться, да, кто пробовал первые шаги делал в электронной коммерции, но полностью туда не заходил, да, то есть не переводил свои каналы продаж в электронной коммерции. Поэтому в этом плане. Ну, то есть можно сказать, что это как бы базовый такой уровень, после которого уже можно проходить еще один продвинутый уровень. Да? Поэтому в основном это нужны такие организации, которые относятся к классификации малого и среднего бизнеса, имеют первоначальный, ну, определенный уровень продаж уже своего товара или услуги, но при этом как бы, не могут считать себя продвинутыми использователями электронной коммерции. Да? То есть для продвинутых пользователей, может быть, у нас и будут какие-то интересные такие моменты, но наша задача сейчас именно для малого и среднего бизнеса такое, начальные первые шаги, да, сделать. Вот. Это так, дополнительно к вопросу Фидана. Так, в целом у нас еще подключался Улугбек, да? Нет ли ни у кого вопросов еще? Я так понимаю, что пока нет? Урсата, мен мелис. Кайрадан, колготорму да. Менде суроо, мен мурунку немени да карап чыктым да видеону, өткөнкү сессияны да.
27-нен. Ал жерде бул критерийлер боюнча көп суроолор болуп турчу да. Бул критерийлерди бираз түшүргөнгө или өзгөртүү деген бир эмне да барбы? Эми биз айткандай баягы биз критерийлерди бизге көп келет да заявка. Анан ал заявкаларды электен өткөрүш үчүн ушундай элек кылуучу критерийлерди койдук. Бирок баягы эгерде кайсы бир учурда эгерде бизнес өзү мындай кээ бир критерийлерден туура келбей, бирок кызыктуу мындай масштаб чоңоюуга перспективасы бар ушундай кандайдыр бир көрүнсө биз ошону карайбыз да баары бир. Ошон үчүн бул чечимге карап неме кылабыз? Албетте, ошон үчүн мисалы үчүн бир эки критерий туура келбей калса, калган критерийлер туура келсе, баары бир өтүнмөнү таштап коюуну суранабыз да. Түшүнүктү, жана рахмат. Ооба, Белисбек мырза, биз критерийлерди жазып чыктык. Бизге эң маанилүү критерий баягы FCDO'нун список, мисалы үчүн сельский хозяйствада болбогон бизнестер, анан Кыргызстанда катталган эң негизги критерийлер ошол. Да, и плюс действующий мол бизнес болуш керек, сатуу болуш керек. А калгандарын эми биз баягы тиги эмеге карата, заявкалардын сапатына, санына карата ийкемдүү болгонго мындай аракет кылабыз. Түшүнүктү. Түшүнүктү, жакшы экен. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Тогда час, выделенный нам для информационной сессии, подходит к концу. Дополнительных вопросов в чате я не вижу, да? Если вопросов нет, да, тогда мы можем потихоньку финализировать, Даниэр. Да. Хорошо, коллеги, уважаемые участники. Еще раз напомню, да, заявки принимаются до 6 июня, то есть это воскресенье у нас, до 12 часов ночи. 00. То есть, пожалуйста, если вы считаете, что вы подходите по критериям, если вы считаете, что вам это интересно, пожалуйста, подавайте заявки. Ссылки уже отправили. Можете эти ссылки также поделиться с вашими друзьями, знакомыми, коллегами, которые заинтересуются, возможно. Всего доброго. До свидания. Всего доброго, ждем ваших заявок. Осталось всего сколько? 3 дня. 3 суток осталось. Пожалуйста, подавайте заявки. До свидания.